На этом рабочая поездка в Новолакский район в РИО главы Дагестана не закончилась. Далее делегация посетила общественные территории района. Сергей Меликов осмотрел строящиеся и функционирующие соцобъекты. В частности, он ознакомился с ходом строительства парка «Патриот» в селении Новокули. Его строят в рамках программы «Комфортная городская среда». Реализация ведется как за счет федерального и республиканского бюджетов, так и за счет софинансирования муниципального района и поселений. Все дополнительные работы, по словам главы района, в том числе возведение в одном из парков фонтана и расширение территорий, выполняются за счет спонсоров и меценатов. Этот парк не только мы в него вкладывали деньги, да, но чтобы он тоже обратно какую-то давал возможность людям заработать. Если они вложились сюда, ну пусть они заработают. Почему нет-то? Это бизнес, это президент об этом говорит, о том, что нужно поддерживать малое и среднее предпринимательство. Парк в скором времени появится и в селении Новолак. Это административный центр района. Площадь строительного объекта 9500 квадратных метров. Глава муниципалитета обещает, что скоро здесь будут созданы все условия для активных прогулок с детьми и занятий спортом.